длинные платья, элегантные костюмы, улыбки одноклассников и слезы на глазах родителей. Вчерашние школьники уже выпускники. Более 400 ребят собрались на торжественном выпускном вечере на новой локации в театральном сквере. Уже сегодня они вступают на порог новой взрослой жизни. Победители – призеры областных и всероссийских соревнований, конкурсов, конференций и олимпиад. Саровские школьники успешно представляли город на высоком уровне. За свои знания и высокие достижения ребята выразили благодарность педагогам, руководству школ и родителям. Позади – волнительный и для многих стрессовый период сдачи экзаменов. И хоть самое трудное позади, выпускникам еще предстоит выбрать дальнейшую жизненную дорогу. Кем стать, где учиться, каких целей достигать. До сих пор не верится, что все это вот такой конец небольшой, что это дорога в новую жизнь, в новый город. Но, конечно, и радость есть, потому что справились, столько труда, столько сил было. И грусть, потому что расстаешься со своими учителями любимыми, со своими одноклассниками, друзьями. Поэтому разные чувства испытываем сегодня. А куда решили поступать? Буду подавать в несколько городов: Москва, Казань, Питер. Было очень тяжело, и мы это выпускной очень долго ждали. Каждый год ходил на выпускной, думаю, поскорее бы, конечно. Скучать, наверное, не скоро начну, но думаю, буду, точно. То есть ты рада, да? Да. Что у вас? Я очень рада, то, что я наконец дождалась выпускной, но на самом деле я не забуду школьные годы, особенно то, что... время, которое я проводила с ребятами, с одноклассниками, интересные моменты на уроках, на переменах, и вообще это незабываемые эмоции. Я считаю, то, что я это запомню надолго. В этом году среди выпускников 95 медалистов. Это больше 20%. Максимальный результат в истории города. Также ребята показали лучший в истории Сарова результат по количеству призовых мест в областных олимпиадах. 10 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. А выпускница лицея номер 15 Татьяна Власова вошла в число 300-бальников страны, получив максимальные показатели по физике, русскому языку и профильной математике. Всех отличившихся ребят отметили на выпускном вечере. Вы – уникальный выпуск. Вы самые целеустремленные и самые перспективные. Это подтверждается тем, что каждый пятый из вас – медалист. Такого в истории Сарова еще не было. Мы очень-очень гордимся вами. Я уверен, что в будущем перед каждым из вас будет прекрасная, наполненная яркими событиями жизнь. Если вы еще не нашли свое призвание, я вам искренне желаю его найти. Учитесь и возвращайтесь в родной город. Нашему городу, нашему ядерному центру очень нужны молодые, активные, талантливые люди. А ядерный центр и город сделает все, чтобы помочь вам реализоваться в любом направлении. Одной из кульминационных частей мероприятия стал трогательный вальс выпускников. В торжественный день на сцене выступили и сами выпускники, и приглашенные артисты. В завершении вечера для ребят спела Диана Анкудинова. Еще одним подарком и для выпускников, и для всех саровчан стало выступление детского симфонического оркестра «Атомных городов» Юрия Башмета. Юные оркестранты под руководством дирижера Фредди Кадена подарили всем ценителям прекрасного программу из русской и зарубежной классики. Произведения Свиридова, Чайковского, Брамса, Бриттона, Сибелиуса, Шостаковича и Пиццолы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.